Смотрите, друзья, очень много вопросов присылаете мне. Вопросы по цене. Почему дорого стоит процедура мухоморная баня? Почему дорого стоит ретрит выходного дня? Мухоморные ретриты. Сама процедура стоит недорого. И баня стоит недорого. И трип выходного дня недорого. И помещение недорого. И выезд на места силы недорого. Дорого присутствие в поле шамана. Люди платят за контакт. Контакт с лицом, которому они доверяют, которому мнению которого они прислушиваются и уверены в том, что их чему-то научит личный контакт. Ведь по факту, ну какой пример вам привести? Вот ваш любимый певец, там группа какая-то инструментальная, вокально-инструментальная. Вы же записи смотрите концертов, вот. Они ничего не стоят. Но если вы идете на живой концерт, то это стоит денег. Побыть в энергетическом поле вашего кумира стоит дорого. И так в любой сфере. То есть вы можете все увидеть в интернете, в записи. В записи ничего не стоит. У меня вот более 200 роликов на моих каналах. Это ничего не стоит. Кнопку нажал и смотришь. Но чтобы побыть со мной лично ВКонтакте, побыть в моей энергетике, когда я заряжен, когда через меня вещает что-то высшее, это стоит денег. И вы, когда обучитесь техникам, вы тоже будете дорого стоить. Чтобы этому научиться, надо практиковать, брать знания, поднимать свою пятую точку и практиковать. Получать знания, применять. Получать, применять. Тогда вы станете известным и сильным. И люди будут вам платить за то, чтобы побыть с вами лично. Этим и многим другим вещам мы обучаем в школе ситеров. У нас вообще профессия. Мы ситеры. А дар проводника и шамана приходит со временем. И гуру, и опытного мастера – это практика, наработки и большие-большие-большие знания. Поэтому начать можно с малого. Получить профессию, которая востребована на сегодняшний день, очень сильно высоко востребована. Профессия ситер, высоко оплачиваема. Можно записаться на обучение в нашу школу. Все ссылки я даю в комментариях под каждым роликом. Благодарю за внимание.